Ярмарки выходного дня будут работать и дальше. Напомним, договор на их организацию заканчивается 29 февраля 2012 года, но принято решение его продлить до 31 декабря этого года. Адреса торговых площадок останутся прежними. Комсомольская площадь в районе ОАО «Гамма», улица Металлургов, 17, улица Приборостроительная и улица Узловая. В Орловском районе планируют построить завод по производству сельхозтехники немецкой компании «Амазон». Производить предприятие будет опрыскиватели и прочую прицепную сельхозтехнику, сообщает газета «Коммерсант». Земельный участок площадью в 20 гектар уже подобрали. Другие подробности о новом проекте пока не сообщаются. В субботу во второй половине дня на улице Пушкина горел дом, в котором проживают две семьи. От огня пострадала одна часть строения, повреждена крыша, выгорели кухня и веранда. Кроме того, с отравлением угарным газом и ожогами первой степени в больницу был доставлен пожилой хозяин дома, 76-летний мужчина, что послужило и причиной возгорания. Они устанавливают специалисты. Часть средств, потраченных на отделку квартиры, можно вернуть, напоминает налоговая служба по Орловской области. В соответствии с налоговым кодексом налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового вычета. Орловские подростки построят снежный город. Произойдет это в пятницу на территории сквера «Дворянское гнездо». Командам будет дано 3 часа на построение фигур из снега на тему «Орел. Город воинской славы».